Так, ну вот, ребят, разобрался. Значит, работает он у нас от USB. Так, два выключателя. Один включает у нас сам фильтр. Сейчас я разберу его, вам покажу, где он находится. Когда включается фильтрация, здесь загораются лампочки. И здесь будет течение воды идти. А на сухую его нельзя так оставлять долго, так как сама помпочка, которая там стоит, совсем небольшая, она за счет воды охлаждается. Второй выключатель – это свет. Такой вот светильничек. Диодный для такого объема 1,5 литра вполне его достаточно. То есть тут у нас работает все от USB. А сами часы, здесь у нас идут часы, даты, месяц, температура. Работают от 3 пальчиков батареечка. Здесь вставляется. По поводу фильтра. Сейчас я вам покажу, где он находится. Я тут вот этот шланчик снял. То, что это пластик. Видите, маленько неаккуратно вытаскивал сейчас фильтр, но камера не передает. Маленько уже здесь чуть-чуть поцарапал, неаккуратно вытаскивал. Сейчас я вам достану, покажу. Так, это искусственное растение. Давайте этот шланчик сюда, чтобы вам наглядно было видно, какой там стоит фильтр. Вот это у нас снимается. Здесь вот сам фильтрующий элемент. На мой взгляд, сюда еще дополнительно можно будет фильтр поставить. И сама помпа. Помпа достаточно маленькая, без указателей. Здесь не написано, сколько она по мощности ватт. То есть вот достаем, прочищаем эту губочку. Здесь получается как фальш-фильтр он называется, донный. Так, давайте обратно соберем. Сейчас мы этот аквариум с вами запустим. А, кстати, сейчас еще покажу. Здесь еще, не знаю, будильник я не нашел в нем. Но здесь есть различные, ой, различные мелодии. Так, так, так. Все, поставили. Этот шланг вставляем в помпочку. Аквариум небольшой, вообще тяжело его, конечно, назвать аквариум, 1,5 литра какой-то аквариум. Но для таких рыбок, как петушок, кого мы сегодня сюда с вами и заселим. Водичка у меня уже отстойная, я возьму просто с того аквариума солью. Так вообще, конечно, если у вас нет воды отстойной, то рекомендуется залить, 3 суток минимум отстоять. По поводу часам, вот здесь такие есть мелодии. Здесь слышно, вам не слышно? Кузнечики чирикают. Звук водички. Птички чириканье. Так, дальше. Ну вот, в общем, разные такие вот мелодии звуковые. Так, давайте сейчас я залью это водой все. А, еще же идут у нас в комплекте камушки. Сейчас мы с вами засыпем камни, зальем воду, включим, посадим сюда как раз петушка, потому что других рыбок, знаете, вот часто показывают в фильмах, в рекламе, что садят такие аквариумы, ну, как правило, круглые, тоже небольшие, золотую рыбку. Ребят, ну это очень тесно будет в золотой рыбке. Так, давайте сейчас я камушки распакую, промою их, все зальем. И посмотрим, как он будет в включенном состоянии, при выключенном свете, как освещение у нас будет справляться. Так, ну вот, ребята, запустил я аквариум этот. Посадили мы петушка сюда. Вообще, подходящий вот из аквариумных рыб, ну, только, наверное, на мой взгляд, ну, петушок, ну, остальным... Во-первых, петушок это лабиринтовая рыбка. Им не нужна подача кислорода. Но здесь, с другой стороны, предусмотрен вот этот кранчик. То есть, смотрите, получается здесь два уровня. Минимум и максимум. То есть максимальный вот на воду можно, вот я до максимума налил, больше не рекомендуют. Ну и минимум, вот он минимум, для того, чтобы помпа у нас сухая не была. То есть здесь у нас идет вот такой вот как краник, но он не крутится, это просто декоративный элемент. И за счет вот этого небольшого, как водопадика сказать,
У нас идет, видите, пузырьки, тоже обогащение кислородом идет. Петушок маленько в шоке сейчас. Опа. Так делать нельзя, но я так, чтобы маленько показать его. Красивый, красивый петушок у меня. Теперь у него есть домик поменьше. Так, теперь по поводу света. Свет, свет, свет. Так, давайте здесь я выключу, чтобы было вполне, вполне справляется данное освещение. Все, оно сейчас, ну, сейчас не темно. Так, это у нас фильтр выключается. Вот, выключаем свет. При включении фильтра, сейчас вот включаю, видите, здесь тоже два диодика, красненький и синенький загорается. А вторая свет, ну, вполне, вполне диоды справляются с таким небольшим, с небольшим объемом. Ребят, ну, в принципе, достаточно неплохо смотрится. Единственное, камушки можно докупить побольше, маловато. Совсем чуть-чуть, ну, конечно, побольше, потому что просветы присутствуют. А так, не знаю, будильник здесь есть, нет, скорее всего, должен быть будильник. Надо будет полазить, посмотреть. Ну, а так, вполне, вполне неплохо за такие деньги. Ссылку оставлю в описании, если кто захочет вдруг приобрести, то, пожалуйста.